В Одинцовском округе прошла комплексная проверка детских оздоровительных лагерей. На нашей территории в летний период будет работать 6 таких учреждений. Это лагерь «Радуга» в Пронском, «Орленок» в Звенигороде, лагерь настоящих героев в парке «Патриот», Объединенное королевство в лесном городке, «Искра» в Сватове и детский лагерь университетский в деревне Волково. Практически все они соответствуют нормативным требованиям. И вижу, что, например, по сравнению с прошлым годом материально-техническая база улучшена. То есть вкладывается действительно средства в том, чтобы детям было комфортно. Обновляется и оборудование на кухне. Очень, скажем так, грамотно, на мой взгляд, пищеблок укомплектован. Да, и оборудование, и посудой. Очень профессионально также сделан медицинский блок. Комиссия, состоящая из представителей администрации, управления опеки и попечительства, правоохранительных органов, пожарных и медиков, осмотрела помещение и территорию лагерей. Каждый оценил их состояние с точки зрения своего направления, учли все необходимые детали. В темноте они должны быть. Вот это? Да. Можно и вот это, и вот это? Не-не, он не светится. Ну, мы же смотрим. Вот. Это простая бумага, это простой картон. Помимо стандартных противопожарных и антитеррористических требований, для полноценного отдыха ребятам необходимо обеспечить интересный и полезный досуг. Чтобы детям было интересно, надо полностью заполнить их досуг. И какой-то и кружковой деятельностью, и, безусловно, и, может быть, каким-то образовательным компонентом, но также и, скажем, и определенным и патриотическим направлением. То есть сделать их действительно наполненной досуговой деятельность, чтобы было детям интересно, и они хотели еще и еще раз вернуться в этот лагерь. 4 лагеря полностью готовы принять у себя юных отдыхающих. Еще в 2 необходимо исправить мелкие недочеты перед прохождением повторной проверки. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».